сфера модификата. Ага, это значит упаковка в измененной атмосфере. А, инертная, то есть измененная, то есть. Cosa si intende con modificato? Modificato in che? Ah, нет кислорода. Si mette azoto. Azot. Inerte gas. Così non è più intaccato da niente, nessuna batterio chimico, tutto naturale. Ni batterie химически ничего, ничто его не повредит. Посмотрите, насколько этот рис отличается. Rimane più croccante. Он будет более такой на зубок. Molto buono questo. И очень вкусный. Questo è un riso, questo. Это рис. Due anni e mezzo di stagionatura. Которому 2,5 года он держался. Questo è un riso che ha un anno e mezzo di stagionatura. Этот полтора года выдерживался. И может еще выдерживался. Ну как бы они тоже его оставляют устаривать, а один вихяр, э? Как бы стареть. И его собрали, а продают через 2 года, да? Quindi l'hanno raccolto e poi l'hanno messo in vendita dopo 2 anni. Через 2 года, dopo 2 anni e mezzo. Значит, оставляют высыхать и через 2,5 года. Aspetta un attimo, ti vado a prendere un riso che ha 7 anni. Сейчас я вам принесу тот рис, которому 7 лет. А как это обознать по пачке, что это рис, который держали? Quindi sarà indicato invecchiato 7 anni. Написано, что 7 лет. Ага, все понятно. Выдерживался. Questi carnaroli. Вот посмотрите, это карнароли. Но он не отличается. Diverso. È uguale, ma è un'altra azienda. Совершенно другая, другое предприятие. Questo si chiama acquarello. Это называется акварель. Questo si chiama Detacchi. Это называется Detacchi. Però vedi già il colore. Видите, уже даже цвет. Этот более такой желтоватый. Это еще тоже отличается по качеству. Я больше люблю этот рис. Вы увидите, что совершенно другая плотность. Юрий. L'alta ristorazione, i grandi cuochi знаменитые шефы как бы начали как раз вот использовать этот рис, совершенно забыли про тот нано, карликовый. Capito?